Кузыбаев университете для студенческой молодежи провели национальную игру «Бөрөктепек». В учебном заведении она организована во второй раз. Участие приняли 7 факультетов. Подробности далее. Бөрөктепек – национальная игра. По правилам участники располагаются вдоль одной линии и поочередно бросают мяч. Тот, кто кинет его дальше, и становится победителем. Сегодня в нашем университете мы второй раз уже проводим национальную игру «Бөрөктепек». Мы прекрасно понимаем, что история, традиции, обычаи, язык, семья – это те ценности, которыми славится наш народ, да, казахстанцы. И поэтому наша задача сегодня для того, чтобы молодые люди как можно больше прониклись культурой, да, нашего коренного этноса, казахского этноса, нам необходимо проводить работу среди студентов. В дословном переводе «Бөрөктепек» переводится как «бросание шапки». Участие приняли студенты 7 факультетов. Эта игра мне хорошо знакома, еще со школьных времен. Раньше в моей школе она проходила каждый год. В целом правила просты. Нужно бросать мяч как можно дальше. В команде 3 человека, иногда 4 человека. Это древняя казахская национальная игра. Я рада, что приняла участие в ней. Если в дальнейшем университет организует подобные мероприятия, я с удовольствием приду поучаствовать. Я первый раз играю в «Бөрөктепек». Было очень волнительно. В группе со мной принимали участие еще 2 человека. Всего нас было 3. Победителей наградили ценными призами. К слову, Казыбаев Юниверсити регулярно проводит мероприятия такого формата. Лаура Рагимова, Айнур Дасан, Михаил Казначеев, Служба новостей.